Еще чуть-чуть. Рекс, ну держись. Ну еще немножечко. Собака не перенесла воспаление легких. Здравствуйте. А, Сережа, здравствуй. Я принес передачу. Рекс съест колбасу и выздоровеет. Иди домой. Рекс спит. Я подожду, пока он проснется. Нет, он будет спать долго. Иди домой. Никуда я не пойду. Пустите меня к нему, а? Извини, мне надо ехать. С Рыжиком беда. Дрожит, шарахается. А нам сегодня выступать. Тихо! Внимание, внимание. Всем. Просьба на 5 минут заглушить двигатели. Повторяю, просьба на 5 минут заглушить двигатели. Ты что, шум испугался? Ну, успокойся. Тебе же предстоит соревнование. Ты хороший конь рыжий. Ты должен выиграть. Наездник у тебя замечательный. Вы с ним друзья? Вот еще. Телячьей нежности. Беги. Иван Филиппович ждет.
Алло? Алло! Говорит главный милиционер города и всей страны! Верните Рекса хозяину, а то я буду жаловаться в пионерскую правду! Эх, Сережа, Сережа, нам с тобой и пионерская правда не поможет. Правду. Вы действительно талантливый врач или такая же посредственность, как наш клоун? Я главный доктор города и даже всей страны. Учтите, Тоби это не просто слон. Тоби это грация. Музыкальность. Тоби это бешеный темперамент. И что с ним? У него что-то хрустнуло в хвосте. Когда он поднимал корзину с цветами. У него что-то хрустнуло. Вот так. Мы впервые в этом городе, и вот такой скандал. Доктор, что вы собираетесь делать? Обезболивающий укол. Нет, Тоби этого не перенесет. Ни в коем случае. А. Где Тоби? Я так переволновался. Придется и вам сделать укол. Только ради бога, уведите Тоби. Он такой впечатлительный. Тоби на арене. Он репетирует. Алло? Вас спрашивают. Алло! 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 Да-да, я слушаю. Говорит самый главный судья страны. Если вы не вернете Рекса... Рекса? Постараюсь что-нибудь сделать. Алло! Алло, вы меня слышите? Товарищ главный судья! Алло! Алло? Алло? Больница? Больница, вызовы были? Валерьян Валерьянович, вам звонил главный министр всей страны. Требует, чтобы вы немедленно вернули собаку хозяину. Рубинов уже нет. И не надо. А, это вы, доктор? Ваш сын целый день звонит мне по телефону. Вы просили не сообщать ему о смерти собаки. Обещали сами сказать ему правду. Почему же вы не сделали этого? Я не могу. Этот пес для него слишком много значил. Поймите, доктор, я не могу. Я научу тебя лаять на всех подряд. Понял?
Ты что, думаешь, зря я тебя кормлю? Ничего не получишь! Не заработал? Что-то стукнуло. Форточка? Не похоже. Здесь кто-то есть. Тебе показалось. Ха! Я убью его! Во дворе злой хозяин. Жми, Володя. Гони. Стой! Не уйдешь! Ну вот. Это не Рекс. Рекс умер. Тебе сейчас очень нужен друг. Ему тоже. А как его зовут? Можно? Я назову его Рексом. Конечно. Очень хорошее имя. Спасибо, доктор. Папа будет тоже рад. Вот это удар! Любимые мультики из детства на канале Союз Мультфильм. Подписывайся.